Уважаемые жители города Десногорска, по состоянию на 28 апреля 2020 года у граждан, проживающих на территории нашего города и работающих в организациях, обслуживаемых ФМБА России, зарегистрировано 14 положительных результатов выявления РНК новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Со середины марта под медицинским наблюдением находилось 196 граждан, вернувшихся на территорию города из стран, где регистрировалась заболеваемость новой коронавирусной инфекции, а также 59 человек из регионов Российской Федерации с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Также под наблюдением находилось 62 человека, контактировавших с прибывшими. В настоящий момент под медицинским наблюдением находится 24 человека, а также 17 человек из регионов Российской Федерации с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Также под наблюдением находится 14 человек, контактировавших с прибывшими. С подозрением на новую коронавирусную инфекцию с начала апреля в медсанчасти 135 ФМБА России были госпитализированы 47 человек. Из них трое переведены на лечение в КБ номер 1 города Смоленска, один в клиническую больницу в Москву, 4 проходят лечение на дому. Выписано с выздоровлением 15 человек. В настоящий момент на госпитализации с подозрением на новую коронавирусную инфекцию в медико-санитарной части номер 135 находится 32 человека. Взято всего мазков для исследования на коронавирусную инфекцию у 1530 человек среди обслуживаемого населения. Из них у работников Смоленской атомной станции 1200. Эти анализы направлены на выявление РНК SARS-CoV-2 в отделении особо опасных инфекций в лаборатории ПЦР, микробиологической лаборатории Роспотребнадзора города Москвы, лабораторию клинической больницы номер 5 ФМБА 85 ФМБА России. Медико-санитарная часть номер 135 ФМБА России полностью обеспечена врачебными кадрами, средним и младшим персоналом, всеми необходимыми лекарственными препаратами, оборудованием и средствами защиты. В заключение нашего небольшого интервью я бы хотел обратиться к жителям города с настоятельной просьбой не обольщаться информацией о том, что вспышка или эпидемия пошла на спад. Дело в том, что в средствах массовой информации центральных говорится о заболеваемости в основном московского региона, где заболеваемость началась на 2-3 недели раньше, чем в регионах России. У нас вспышка сегодня в самом разгаре, идет на подъем. И поэтому для того, чтобы ослаблять режим самоизоляции и ограничений, нам необходимо подождать еще минимум 2 недели. Наступают майские праздники. Вот сейчас надо особенно внимательно отнестись к этим вопросам. Лучше 2 недели посидеть дома, подождать и дождаться действительно снижения заболеваемости, чем нам вернуться к началу вспышки. Убедительная просьба остаться в майские праздники и соблюдать все предписываемые санитарной и медицинской службой рекомендации. Спасибо за внимание.